Александр Кривенко. И на этот раз я хочу показать, как можно, отрабатывая удар, развить скорость, силу и мощность удара. Смотрим. Берем прямой мяч и, отрабатывая прямой удар рукой, с максимальной скоростью и силой выбрасываем мяч в стену. Таким образом можно работать боковой удар. Или же такой. Очень важно при этом упражнении отрабатывать полностью динамику всех ударов. Прямого, бокового или какого-то. Также можно увеличивать расстояние, соответственно, выбрасывать мяч гораздо сильнее и мощнее. Или же можно увеличивать вес мяча. Вот такое вот упражнение для развития скорости, силы и мощности ударов рук. Спасибо большое.